Всем здрасте, мордасти! Меня зовут Манка, и сегодня мы будем смотреть трейды на алмазного пингвина в Adopt Me. Да, как вы знаете, совсем недавно вышло вот такое вот обновление с обновленными, так сказать, пингвинами. По-моему, рыбки тут стоят точно так же, это же опять те же самые рыбки за такую же сумму робаксов, но здесь появились обычные пингвины, только это королевский пингвин. Появился золотой королевский пингвин, а также самый-самый редкий алмазный королевский пингвин. Это шок. И для сегодняшнего видео я хочу поблагодарить очень сильно Диану Rice Games. Огромное спасибо за подарок на стриме. Что это такое? Видите это? Эта девочка, смотри, на ютубе. Да! Многие тут ее знают, я так понимаю. Дианочка, спасибо огромное тебе. Спасибо тебе огромное. Она мне подарила флайрайт гос дракона, чего? Я в шоке от него, в огромном шоке от него. И огромное спасибо, что ты одолжила, так сказать, дала возможность снять трейды на вот этого прекрасного алмазного пингвина. Ой, он заболел. Да что такое, мне-то не везет-то так. Я его даже ни разу еще не видела, его у меня не было. И сейчас, прямо сейчас, он у нее райд, и я на нем хочу покататься. Ребята, посмотрите, как он прикольно на нем кататься можно. Он прикольно в райде. Вау. Ой, блин, сбился. И прямо сейчас мы пойдем на сервера с донатерами, посмотрим, на что можно затрейдить вот такого алмазного, самого, так сказать, редкого пингвинчика в Adopt Me. Что ж, в первом трейде нам предлагают флайрайт золотого пингвинчика и Сёнёну Финька. Еще что-то добавить может? Да, райт туканчик. Но, ребятки, я вам не советую так меняться, потому что, ну, добавочка тут реально не очень. А алмазного пингвина намного сложнее достать, чем золотого. Нет, прости, это вообще не гуд. И да, совсем забыла вам показать, как он на ручках смотрится вот так вот мило. Мне пришлось перезайти, потому что с прошлого сервера меня выкинуло. И сейчас мы снова ждем трейдики. Мне кажется, то, что ждать долго не надо, да, я угадала. Потому что этот питомец, мне кажется, пользуется спросом пока что. Нам дают райдельку. Это все? Нет, конечно, ребята. В этом пингвине есть и райделька, да и он стоит гораздо больше. Ну а в следующем трейде нам дают козерога добавить после. Но это, честно, я бы на такое не согласилась, я бы так не обменяла 100%. Смотрите, как он красиво на солнышке выглядит. Я просто балдею от этого пэта. Вот почему нам все предлагают этого Каприкона? Ну, тут только уже, мне кажется, поинтереснее добавка Райд Додошка, но я все равно. Я бы на такое, если бы это мой даже пингвин был бы, я бы на такое не согласилась. Ну, а мы смотрим следующий трейд, и это алмазный единорог. Ну, по сравнению с алмазным пингвином, то он практически, мне кажется, не ценится. Потому что алмазный единорог всегда в игре уже давно находится. Ну, пингвин, скорее всего, тоже будет находиться в игре. И еще пару райт-пэтов. Не... Хотя я не знаю, насколько ценится этот пингвин. И причем уже второй день обнова на данный момент. Нам дают райт Диамант Грифона и еще Каприкончика нет. Ух ты, здесь нам предлагают райт Сахарного Плантера. Но он был, по-моему, из пасхального обновления, он был за робаксы. Я его, кстати, проспала, это пасхальное обновление. Вот так вот. Ребят, нам предлагают вот такой трейд. Post-Teen Райт Снежная Сова, которую трейдит на диамантового, получается, пингвина. И Додошка. Прости, я отклоню. Воу, ребятки, мне кажется, вот это уже поприкольнее трейд из всех тех, которые нам предлагали, возможно. Потому что нам предлагают Флайрайт Фрост Фури, а их уже нету в игре, да, они дорого стоили. Ну, не знаю, честно говоря. Здесь нам предлагают Райт Фулграун Акулу, а также Кобру. Она еще и в маленькой зельке. Но она соглашается, а мы, к сожалению, отклоняем. Ну, на Кицуне я вообще не советую соглашаться, потому что она всегда в игре за 600 робаксов. А вот Даймонд Пингвина сложнее намного достать. На него нужно потратить, мне кажется, ну, минимум 1000 робаксов. Я поменяла сервер, вы просто посмотрите, что нам предлагают. Фулграун. Нет, черепашка без зелек, и там еще неоновая коза была. Это был просто шикарный трейд. Что? Далматинец, райт фул...
О боже мой. Ну на вот это я бы 100% согласилась. Если бы он был моим... Ребят, я только что списалась с Дианой, и она сказала, что менять нужно, на вот этот вот трейд соглашаться нужно. И поэтому прямо сейчас мы обменяемся на Далматинца Райт, ребят! Это просто шок! Да, мы затрейдились! Офигеть, это Райт-Далматинец. Это очень крутой трейд, как по мне, вот он. Вау! Смотрите, кого мы смогли получить за... алмазного пингвина, которого можно достать за робаксы. Это просто круто. Ну и на этом все. Да, ролик получился маленьким, потому что особо много трейдов мы посмотреть не успели. Ну, такой шанс нельзя упускать. Это просто супер трейд. Я согласна с Дианой, я бы точно так же затрейдилась. Надеюсь, что ролик вам понравился. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Кстати, ссылочка на канал Дианы есть в описании. Заходи, подписывайся. Take me back to a